Безопасность жителей округа под контролем. Поисково-спасательный центр Ненецкого округа посетила делегация окружного собрания депутатов. Парламентарии пообщались со спасателями, оценили оснащенность спецоборудованием и техникой, а также увидели часть операции по спасению людей из горящего дома. Такой тренировки начинается дежурная смена каждого спасателя. Спуск с высотного здания отработан до автоматизма, хотя на практике используется не так часто. Из 10 тысяч звонков, что поступают на телефон 112 в течение года, экстренных не так много. Тем не менее, спасатели готовы к любым видам работ. Были и работы водолазные, и именно тренировочные спуски. Проводили здесь, на Курье, выезжали несколько раз, ребята погружались, работают, пробуют. Значит, 7 водолазов у нас обучено, 1 руководитель водолазных работ. Для проведения спасательных операций необходимый инвентарь в наличии. Экипировка закуплена специальная для работы в холодных широтах. Одно из последних приобретений для водолазов – барокамера. Она и в медицине используется везде. Вот. Вот второй человек. Здесь она двухместная, то есть один лежачий, да, второй может сесть. Она используется как для тренировки барофункции, то есть мы, когда водолаз у нас погружается, как и в самолете, уши-то болеть начинают, да? Вот, здесь можно просто проводить тренировочные погружения, и он к этому состоянию привыкнет. То есть барабанная перепонка будет постоянно работать, и он не будет чувствовать такого дискомфорта. Также барокамеру используют для восстановления легких, которые пострадали при погружении на большую глубину. К счастью, в этом качестве оборудование не использовалось. Из тяжелой артиллерии у спасателей целый технический парк. Снегоболотоходы, воздушные подушки, треколы, автомобили, лодки и катеры. Одно из самых востребованных плавсредств – катер «Сильвия». Небольшой расход, небольшая мощность, отлично, много ездим на нем, много выезжаем. Когда только приобрели, спасатели у нас немножко побаивались этой техники, но сейчас уже стал самый любимый катер у нас. Подробный рассказ о каждом транспортном средстве показывает эффективность использования субсидий. Поисково-спасательный центр – казенное учреждение, которое финансируется за счет средств окружного бюджета. Помогает и федерация. В частности, на реализацию проекта «Единый информационный центр» была выделена субсидия на закупку оборудования. Если на сегодня не до конца отработана система взаимодействия вот этой диспетчерской службы, да, с федеральными службами, 01, милиция, вот, ну, нашей скорой помощи там еще более-менее, то есть надо вот эту всю систему выстроить, чтобы звонок, приходящий сюда, мог качественно переадресоваться, оператор центра обработки вызовов мог бы контролировать, как он проходит, что делается, какие работы выполнены. Единый информационный центр позволит определить по звонку место чрезвычайной ситуации, сократить время прибытия до места назначения и, следовательно, увеличить шансы на спасение. Укомплектовано полностью, допустим, водолазное подразделение или подразделение высотников, это, конечно, говорит о том, что действительно мы можем реагировать на те чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в том или ином регионе нашего округа. Поэтому я считаю, что в целом работа построена здесь достаточно на высоком уровне. В 2016 году поисково-спасательная служба Ненецкого округа отметила 15-летие. За это время необходимую помощь получили более 6 тысяч жителей региона. Валентина Чибичик, Антон Ведряков, телеканал «Север».